Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Silent Hill 4 The Room. И мы находимся в мире леса. Здесь происходят очевидные непонятные события, но здесь это похоже скорее на что-то из разряда Twin Peaks и секретных материалов, потому что здесь не то, что страшно, здесь просто непонятные события, непонятные символы на камнях и непонятные обитатели. Среди прочего, в предыдущей серии мы встретили непонятного мальчика, вот этого вот обитателя местного, который не отличается большим умом. И ключ. Откопали ключ. Теперь мы можем войти в этот приют. Хорошо, давайте осматриваться. А, блин, ты что пугаешь ты меня? Тут неразборчивая записка. Ты уже нашел Алису? И как продвигаются дела у Уолтера? Пришлите мне доклад. Кто же это мог писать? Интересно. Так, а тут что? Хорошо, давайте сначала первый этаж осмотрим, на второй не пойдем. Наш новый напарник на место Синтии, которая плохо кончила, к сожалению. Это было реально жутко. Это поврежденная часть книги, и я не могу прочесть большинство страниц. Вот часть, которую я могу прочитать. Второй знак, и Бог сказал, преподнеси кровь 10 грешников и белое масло. Будь потом освобожден от оков плоти, и получи силу небес. Из темноты и пустоты произведи мрак, и надели себя отчаянием, дающего мудрость. Третий знак, и Бог сказал, вернись к источнику через соблазн греха. Под всевидящим глазом демона, блуждая в одиночку в бесформенном хаосе. Только тогда четыре искупления будут равновешены. Какого? Дым? На двери табличка. Снять источник. Хорошо. Какого черта? Генри, да не стой столбом, блин, хоть, я не знаю, хоть потуши его вон там тряпкой этой. Один, семь, один, два, один. I finally met him! The one the nosy guy talked about! The devil! Записали. Какого черта вообще? Что это за парень был, который сюда приезжал на машине? Здесь машина недалеко стоит. A special news report. In a forest near Silent Hill, the burned corpse of a 30-year-old male was discovered earlier today. The police have ruled it a homicide and are investigating. The numbers 17121 were reportedly carved into the man's body. Due to the marks on the victim, the police are investigating possible links to the Walter Sullivan case 10 years ago. Уолтер Салливан. То есть получается, смотрите, это не параллельная реальность, это никакой не сон, это все происходит на самом деле, просто... Как вообще? Как это все связано? На улице по-прежнему спокойно. Отель South Ashfield. Никого дома нет, что ли? Вон там кто-то есть на втором. Люди, выпустите меня! Выпустите! Беда просто на самом деле. Так, кто-то звонит в дверь. Может, нас вытащат, может, это управляющий уже. This is the superintendent. Are you in there, Henry? Полицию вызови. Help me! There's something wrong with this room! Help! Let me out of here! Is anybody home? Да есть, есть.
Бесполезно. What's going on here? Открывай, открывай дверь. Быстрее давай, братюнь. Ну что ж ты тянешь? Тут неделю уже сидим. Смотри, там новые отпечатки. Это, может, убитые все? Это подозрительно. Вызови полицию, пожалуйста. Ах, бесполезно. It's the same one as back then. Да. Пойдем на Элин посмотрим, как там у нее дела. На самом деле управление клавомышью в этой игре не такое страшное, как в предыдущих. То есть можно спокойно играть, без особого дискомфорта. Ух ты. А где кролик? Ладно, не будем мешать. Хорошо, пока мы тут давайте сохранимся. Лишний. Наше третье сохранение. Так, ну что, давайте сложим. Что? Ну, вот это не понадобится. Аптечку, пистолет и палку мы оставим. А остальное нет. Так, может в кладовке что новое? Я прям даже не знаю. Да нет, все по-прежнему. Ладно, пойдем. Есть подозрение, что сейчас мы попадем... Да раз снова изменилось, и мне кажется, я слышу детские голоса. Ощущение, что мы попадем в другой мир сейчас. Давай. В другое место. Ну да. Похоже на какую-то, я не знаю, баню или что, лабораторию. Где это мы? Вытащи, говорит, меня отсюда. Так оно что, зацикленное, что ли? Замок сломан, не поддается. Что это за место вообще? Как тюрьма. Патроны, круто. Тут надпись. Похоже, я написал кто-то из детей. Тут дети, что ли, содержались? За мной кто-то наблюдает из центральной комнаты. Да, смотри, там ходит кто-то.
Смотри, это как какая-то... Ладно, не важно. Так, уходим. Он сюда смотрит. На земле лежит неаккуратно написанная записка. Наконец-то! Я все-таки выбрался из камеры. Мне следует осмотреться в этом здании. Самым страшным местом был подвал первого этажа. Там есть кухня на северо-востоке. Но в соседней комнате на северо-западе находится комната смерти. Чтобы туда попасть, нужно ввести правильные числа. Я не знаю номер, да и к тому же было очень темно, чтобы разглядеть панель управления, так что я не смог войти. Хорошо. Значит, убежать отсюда все-таки можно, да? Кто ты? Get me out. Get me the hell out of here. Get me out. Нужно ключ найти, что ли? Get me the hell out of here. Разговаривать он не хочет. Хорошо. Да. Нам определенно нужен ключ. Так, давайте сначала полностью обойдем это все круговое помещение. Get me out. Ну вот. Так, не давится. Если здесь дети, смотри, какая сырость. Тут все стены просто промокли уже, прогнили. Что это было? Капец, короче. Условия содержания просто никакие. Замок сломан. Так, а тут кто-то повесился, что ли? Что-то написано. Мне надоело, что за мной следят. И ты повесился, конечно. Офигеть, это что такое вообще? Не знаю, что это, но убивать его довольно просто. Так, хорошо. Так, ну и похоже мы вернулись к тому месту, что ли, где уже были. Да, здесь мы уже были. Хорошо, что это за место? Держали детей, но при этом находится какой-то мужчина за клеткой. Разговаривать он с нами не хочет. Может, это и есть приют для детей? Сирот. Скоро узнаем. Ну, пойдем сюда. Здесь явно все плохо. По звукам, если судить. Тихо. Довольно просто. Вот бить их, вот это, наверное, сложно. Уворачиваться. Пожалуй, я возьму пистолет, когда он у меня в руках, мне спокойнее. Когда кончится патрон, там уже будем думать. Так, лестница вниз, лестница наверх. Я думаю, это то, что я думаю. Капец, я мог спуститься просто. Я тут бегал. Да.
Куда идем вообще? Так, может быть, экипирован вместе с оружием, действует против призраков, пока надет, но быстро ломается. Понятно. Полезно, что, кстати. Потому что они очень навязчивые. Уж эти звуки. Так, ладно, это подъем наверх, он ведет, я думаю, туда, куда я думаю, да? То есть, вы поняли. Здесь сейчас будет лестница наверх. Да, все, понятно. Подожди, а это? Это я не видел. О, все же не открывается. Хорошо, а что же внизу? Что за дверь? Там насекомые. Но. Так, летит, кажись. Свободен. Так, это что такое? Это тот самый зал смерти или что? Сколько их там вообще? Еще парочка, по-моему. Все хорошо. Так, теперь, что это за мельница, что это за колесо? И что нам со всем этим делать? Здесь я не вижу чего-то полезного, кроме этой дыры. А, блин. Это, похоже, недобитки, да? Да, точно. Надо их добивать по-любому. Будем знать. Потратили патрончики. Ну, я не жалею. Было весело. Сейчас там еще одна встанет, по-моему. Огромный дизель. Может, мы на корабле каком-то? Да нет, ну вряд ли. Я не могу даже приоткрыть ее. Отлично. Ну и что? Пока что мы вроде исследовали все места, которые у нас были, но это нам вообще ничего не дало, потому что все закрыто. Может, мы как-то можем перемещаться между мирами? И нам что-то нужно еще в лесу сделать? Да вроде нет. Или, может быть, эти дыры ведут куда-то в другое место? Это ключ. Бо! Ключ от выхода. Ключ из комнаты с водяным колесом. На нем написано вверх. Хорошо. Это все меняет. По сути, то есть там вот эту большую часть монстров можно просто обойти, да, на обходные пути есть, а ябленька какая-то вверх вперед. Ладно, будем знать. Здесь у нас же ничего не открывается. То открывается вот тут. Хорошо, так. Сначала попробуем выпустить мужчину. Нет. Теперь вот у нас тоже дверь закрыта. Отлично. Так маяк, что ли? Блин, куда я попал вообще? Нет, пока не поднимаемся. Сначала мы пойдем сюда.
Опять они. Ладно, это страшно, они помалу снимают. Но долбать, походу, будут долго, всю дорогу. А вот опять же, смотри, какая-то непонятная архитектура. То есть мы могли по лестнице подняться, попасть, по сути, сюда же. Так, хорошо. А что с той стороны? Сломано. Не сломано. Ну, тут пусто, да? Просто кровище. А, нет, вон, смотри. Похоже, что писал кто-то из детей. Я написал в штаны. Я должен постирать их, чтобы никто не узнал. Ой, кажется, я только что увидел тень. Я думаю, кто-то увидел меня. Его что, убили за это, что ли? Нормально. Так, тихо. Лучше бы такая на голову не падала. Ох, пакость. Это черный порошок. Что это такое? Вообще даже не хочет трогать. Похоже, что ее писал... А, не похоже, чтобы я писал взрослый. Сую свой нос куда попало. За это его, похоже, приковывали. Короче, как-то у них тут все не по-доброму было. Совсем. Ужасное место какое-то. Дневник. Я наблюдаю за глазком комнаты. Наблюдение все время. За глазком комнаты наблюдение все время. И иногда он там. Я уверен в этом, потому что я вижу движение тени или слышу его шаги. И все. Хорошо. Так, берем дубину в руки. Вперед. Полоть сорняки. Какие-то они пассивные, вроде как. Так, ну и все. Я что-то и не увидел тут ничего полезного. Видимо, нужно еще повыше идти, что ли? Похоже, что да. Так, ну, там, в принципе, этих насекомых хватает. Давай мы сразу вот так по лестнице. Давай. Этаже я чувствую много... Это что такое? А, это лампа, блин, я подумал, висит кто-то. Да. Я мальчик-гений. Я разгадал загадку наблюдательной комнаты. Это свет и вода. Запомним. Ходит там. Гаденыш. Блин, что там стояло такое? Ух, аж мурашки побежали. Так, у нас патронов. Патронов мало. Это... Чё? Быстрей.
Так, ладно, хотя бы дохнет. Патронов можно было потратить на пару-тройку меньше, потому что я, блин, просто пролупил там. Хорошо. Здесь еще одна дыра. И все, больше тут ничего нет. Давайте-ка мы возьмем палку. Я думаю, с палкой будет похуже все. Пипец, это что за твари вообще? Офигеть. Теперь я притворюсь спящим. А, откуда эти шаги? Интересно, видели они меня? Есть ощущение, что видели. Вот этого нам точно не хватало. Блин, там патроны, что ли? Вот этого мне как раз не хватало перед битвой. Хватай. Да почему на нет-то стоит? Да ну. Это так неудобно. Короче. Жаль, больше патронов нет. Пойдем пока туда. Капец, это же надо жуть какая. Ладно, терпимо. Теперь я все-таки возьму эти патроны, потом пойдем в комнату к себе, потому что, блин, это невозможно совершенно. Ну, как-то вот так. Как раз с первого раза получилось. Блин, пипец. Эти дыры, я так понимаю, они просто спуск вниз обратно, да? А, надо запомнить, там некоторые двери не открывались. Мотать я никак не могу. Вот, смотри, на втором этаже мы могли попасть сюда, сюда, сюда. На первом, вон, ничего. То есть, допустим, вот с этой, в которой я нахожусь, мы можем спрыгнуть в комнату, в которую попасть мы не могли. Как на первом этаже. Интересно, правда, на какой этаж мы попадаем. Ну ладно, сейчас осмотрим все до конца. Попробуем. Офигеть. Что это вообще, как полипы какие-то, что ли? Ну, черви. Дневник. Вчера у нас была тушеная говядина. В столовой я слышал, что за кухней есть комната смерти. Они берут мясо прямо из мертвых людей и готовят его. Это меня очень сильно напугало. Круто, чё. У меня проблема. Я стоял прямо около наблюдательной комнаты и вопил так громко, что как только мог, но никто не вышел. Тут что? Тут вообще ничего. Хорошо, прыгаем вниз. Где-то вот не на этой, вот на этой, да? Получается. Да, получается, что так. Прям как Джеймс в свое время. Так, а мы на втором этаже. Круто. Здесь ничего, блин. А на первом этаже мы в такой были. Понял. Будем знать.
Ладно, обидно, досадно, но ладно. Хорошо, давайте вернемся к себе в комнату. Уолтер. Уолтер Салливан, тут смотрю, я все крутится вокруг него. Так, а это что? Так, блин. Дневник охранника. Чтобы добраться до комнат наблюдения внутри комплекса, используют дыры для избавления от тел в камерах. Однако на первом и втором этажах эти камеры закрыты, поэтому дети их не могут обнаружить. Так что придется попасть на первый этаж из одной из камер на третьем этаже. Я знаю, как это сделать, но это очень трудно. К тому же свет работает только на третьем этаже. Замутрили-то, блин. Так, ну ладно, хорошо. Давайте на этом, наверное, закончим, а в следующей серии продолжим. Я так понимаю, здесь у нас придется пораскинуть мозгами, потому что все не очень тихо. Что там? Телек заработал. Не помню, чтобы я это включал. Так, понятно. Ну, в общем, такие... Ох, блин, опять что-то есть. Клочок красной бумаги. Опять из той книги. Позднее у меня появилось чувство, что моя жизнь в большой опасности. Я прошел через многое в своей жизни, но я никогда раньше не ощущал такой ясный животный страх. На случай, если со мной что-то случится, я решил записать все то, что я узнаю для того, кто сейчас живет в этой квартире. Я расследовал массовое убийство 7 лет назад, когда было убито 10 человек за 10 дней. Они были убиты по-разному, но в общем у них было то, что на всех телах были вырезаны вот эти числа, в последовательности их смерти. 0121, 02121, бла-бла-бла. Имя их убийцы, оно тоже было вырезано. Его имя было Уолтер Салливан. 4 апреля. Интересно. 10 убийств, 10 жертв и 10 отпечатков. Что? Ухи. Ну ты посмотри, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лишних отпечатков рук. Хорошо. В общем, предстоит, похоже, помозговать. Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось, потому что, блин, что-то опять интересно стало, дико вот это вот. Что же это было? Постоянно, вот когда заходишь в комнату, что-то новое происходит, и это круто. Так что увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.